Зеркало хотел посмотреть. А, зеркало, да. Я тут увидел инструмент у меня. Ой, страшный. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Здравствуй, Андрей. Мы продолжаем нашу рубрику дурацких советов. Я завел тебе плейлист на канале, назвал «Лада, садовник, руки, ножницы». Отлично. Мне кажется, это... Это реклама. Да. Пойдет в народ. Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня с нами в гостях у нас, у меня в гостях, Лада Кулыгина, садовник, ландшафтный дизайнер, садовник руки-ножницы, как хорошо запомнили ее наши зрители. Здравствуй, Лада. Здравствуй, Андрей. Да, у нас, можно сказать, сегодня рубрика по заявкам наших зрителей, потому что вы очень просили показать стрижку чебушника, и мы решили последовать вашей просьбе, поэтому приехали вновь ко мне на дачу, потому что чем я богат, так это чебушниками, практически вековыми чебушниками. Вокруг них построено все мое хозяйство и дом, потому что это... Вместо дубов. Да, практически самые рослые у меня растения, с которыми я воюю, но пока что безуспешно, потому что я, как все садоводы-любители, мне всегда что-то жалко. Вот здесь вот я отрежу, вот здесь вот изуродую. А ты все-таки такая женщина строгая, суровая, у тебя не забалуешь. И ну да. Я, да, доверяю в твои руки вот стрижку вот этого. Это, кстати, обычный видовой венечный чебушник, как я подозреваю. Я думаю, да, я его правильно идентифицировал. Это никакой не сорт. Ну, он есть и у многих на дачах, потому что, ну, сортовые чебушники не так давно вошли в моду. Вот, и вот такие, наверное, большинство садоводов... Обладатели вот такого обычного, большого, венечного, разлапистого, большого чебушника, который всегда, ну вот, не знаешь, что с ним которым, делать. Да, не знаешь, что делать, и допускают одинаковые абсолютно ошибки в уходе за ним, в обрезке. Вот. Я попробую вам сегодня рассказать, как этого избежать. Как опять вот в зеленом состоянии, так как ухаживать за кустом и формировать его. Потому что я... Ленивый садовник. Я не люблю много работать в саду. Я очень люблю отдыхать в нем. И ну, сделал дело быстро. Ну, слушай, мне вообще очень нравится, что вот ты один из немногих садовников, которые мне открыли истину, что вообще можно как бы заниматься стрижкой кустов и деревьев летом, не дожидаясь, не выходя в феврале и в марте в мороз обрезать яблони. Да, да. Вот, и, собственно, с этим. Я так понимаю, что тут главный момент сделать это тоже как сиренью. Вовремя. Вовремя, и вот как чем ближе после цветения, тем лучше. Тем да? лучше, да. И заодно мы сейчас посмотрим, где что растет. У вас был уже ролик. По поводу чебушников. Да, там... у нас он был такой студийный, да, мы да. сидели вот мы и разговаривали. На месте сейчас посмотрим вблизи, как это все выглядит и как это нам сделать быстро и хорошо. Поэтому мы сейчас возьмем инструмент. Скажи, да, какой инструмент перчатки. Нам понадобится? Помимо перчаток. Перчатка, каски, нам нужна очки защитные. Пила обязательно. Пила. Да, нам нужен был бы сучкорез, но я его забыла. Но мы обойдемся пилой и секатором. Хорошо, пила и секатор. Это достаточно. Ну, это в хозяйстве у каждого есть, потому что сухарец уже такой более профессиональный инструмент, не у всех он в хозяйстве имеется. Да, но... А скажи, а нужен ли большой, вот мне нравится электрический такой кусторез, как рыба-меч с носом, которым равняют кусты с пирея, стригут зеленые изгороди. Нельзя ли взять им вот так и так, шух, так в шарик его закатать, например? Нет, можно, можно, но нам надо сначала навести порядок вот там, внизу. Все, начнем, так сказать, зрить в корень, да, да. и... Да. Там уберем сначала загущение. Попрошу оператора на то время, когда мы будем заползать туда на коленях к корню, отключить камеру. Поехали, берем инструмент. Здесь у нас опердонище. Даю. Вот видишь, вот эти мы должны сейчас оставить более-менее молодые побеги. Вот эти, да? Более-менее молодые, слушай, это сколько лет там более-менее молодому? Мне кажется, он старше нас, нет? Нет, старше нас вряд ли. Старше нас тут вот, там есть пенек какой-то, наверное. Нет. Вот это оставляем. В общем, смотри, примерно, чтобы по диаметру было понятно, это где-то 2 сантиметра, да, диаметре. Вот этот мы оставим, да, вот это надо убрать. Наверное. В общем, все, что больше 5 сантиметров в диаметре, это точно, наверное, убирается, если вот так по-простому. Ну, мы смотрим, уж из каких ветвей состоит куст вообще. Угу. Вот. И оставляем 7-8 веток одного примерно возраста. Да? То есть та же мультиштамбовая убираем... система, как и с сиренью. Да, мы убираем все мелкие, которые у нас не будут красивыми ветками. Вот это все мы мелкое убираем сейчас. Мы вырезаем пеньки, которые
Вот это вот, например, да? Вот то есть мы убираем все самое крупное и все самое мелкое. И самое мелкое, да. Оставляем средние. Бальзаковского возраста. Прекрасно. Бальзаковского возраста – это хорошо. Вот, поэтому отпиливаешь сейчас то, что мешает, то, что растет вовнутрь. Вот эту ветку можно начинать пилить. Угу. А как низко? Как, чем ниже, тем лучше, да? Я правильно тебя понимаю? Или вот Миша, у меня тут такой вот пенек. Вот это нельзя так оставлять, это некрасиво. Давай смотри, вот это пили сначала. Можно по частям. Чтобы... По частям. Ты неправильно пилишь. Слушай, нельзя я, так. Я пилю так, во-первых, чтобы у нас все-таки зрители могли это увидеть. А ну, вот. Вставай, какая ты молодец. Вот все-таки. Чем отличается садовник профессионал от любителя? Он даже знает, с какой стороны подойти и как лучше отпилить, казалось бы. Дело не хитрое, а вот же. То есть вот новые побеги растут. Зелененькие. Основные, да, на которых потом будет на следующий год цветение основное. Вот их нам нужно сохранить. Вот они отличаются. Ну, вот этот побег сам по себе не старый, да? Ага. Поэтому мы, как у сирени, оставляем ножки прекрасные. Вот это хорошая, ровная, во-первых, ножка, да? Да. Вот. И ее уже формируем. Угу. Да. То, что перепуталось здесь, убираем. А где мама? Не надо. Ты меня сиротой оставишь. Мама сейчас рухнет, как чубушники. Вот это все друг другу мешает, трет. И мы не можем никак контролировать, да? Поэтому мы сейчас это все расчищаем. И формируем фонтан. Потому что куст чубушника растет... Бахчисарайский. Бахчисарайским фонтаном. И мы должны эту форму красивую подчеркнуть. Вот у нас был один побег, да? Был он длинным, отцвел. Потом он пустил боковые. Да. В прошлом году. Отцвел. И на этих он пускает вот в этом году побеги. Вот они, зеленые. Которые будут цвести на следующий год. Которые, да? будут цвести на следующий год. И когда мы обрезаем, вот если у нас сформирован фонтаном, да, угу. мы все время держим баланс. То есть вот у нас отцвела ветка. Обычно он пускает, если не загущен куст, несколько таких побегов на вот этой ветке, которая отцвела. И мы обрезаем до нужного нам побега. Вот так. Так же, как у сирени, все происходит. Вот на этой ветке вот один пошел и второй. Мы обрезаем до сильного. Вот мы сейчас немножко почистили куст и пытаемся понять, что нам убрать, а что оставить. Вот мы нашли ветку, мы ее почистили. Она довольно старая, но еще хороша. Прям как я. Да. Довольно старая, но еще ничего. Еще ничего. Вот мы дошли до на ней крупных молодых побегов прошлого года, наверное. Вот. Вот эту нижнюю часть мы уберем. Тем самым мы ее приподнимем и дадим ей новые силы. Вот наверняка у нас зрители часто говорят, что ненаглядно, что-то не увидели, непонятно, как обрезать. Мне вообще кажется, что научиться по видеороликам вот обрезки невозможно, потому что я даже в процессе не всегда понимаю, какие ветки нужно убирать. Вот я так понимаю, что нужно действовать как скульптор. Ты отрезаешь все лишнее, отходишь, смотришь. Да, всегда. Всегда так делаем. То есть отрезали, отошли. Отрезали, отошли. Да, делаем. Сначала убираем все мелкое, плохое, тонкое, которое нам не нравится. Убрали. Потом убираем ветки, которые слишком старые и не несут уже, которые... Декоративную функцию. Да. И потом из тех ветвей, которые у нас остались, мы отходим и
и формируем, и оставляем только те, которые дадут нам красоту и форму. Это происходит со всеми деревьями. Но мы же садовники, садовники не те люди, которые просто обрезают, чтобы были там, я не знаю, плоды. Не лесорубы даже, да. Я бы сказал. Мы должны при этом сформировать красивую крону. Даже у... Это у нас же не промышленные сады. Даже у яблонь мы формируем красивую крону. Но, к сожалению, на чебушники не завязываются ни сливы, ни ананасы, ни груши. Поэтому, то, конечно, все ради цветения. Да, но и форма цветения должна быть красивой. Ну, то есть, если мы формируем... Габитус общий. Да, общий. То есть, каждое растение имеет свою форму роста. Да? Ну, то есть, вот чебушник, у него прям такая форма... Фонтан. Нет, фонтан у него. Фонтан. Прям, он вот так вот растет. И мы ее должны поддерживать, не давать ему загущаться внутри, потому что он это делает очень легко. И когда зеленые побеги вот эти вот, сейчас, вот важно сейчас, когда зеленое все, если, ну, у нас экстремальная обрезка. Мы взяли просто очень старый загущенный куст, вот как у вас у всех, 100%. Да, я уверен, что сейчас у многих такая ситуация. Да. Мы его берем и чистим. Это тяжело и неприятно, но вы увидите потом, что будет легко дальше. И вот если бы он у нас был чистый кустик и сформирован, то нам сегодня надо было просто бы прийти и убрать лишние зеленые побеги. Они делаются вот так это все. Ай! И все. Минут назад он говорил, что их надо сохранить. Ну, тут еще осталось раз, два, три. Да не все. Да, не все. Убираем только те, которые лишние. Слушай, ну скажи мне, пожалуйста, ну чтобы вот не доводить до такого состояния, как часто вообще нужно обрезать чебушник? Только не говори, что это надо делать каждый год. Каждый? Каждый год ты должен убрать зеленые побеги, когда они... А, только зеленые? Да. Что можно сделать? Если у тебя сформирован рученькой. Куст, ты его поддерживаешь просто обрезкой, ну как бы убираешь зеленые побеги, те, которые не нужны тебе... И обрезаешь вот кончики. Пусть будет. То есть вот она в этом году отцвела, у него была длинная такая ветка. И на ней она пускает новые ветви, как называла их ваша барышня, базальные, да, на которых в следующем году она будет цвести. И чтобы сформировать, мы потом берем вот так ветку, отодвигаем и обрезаем на ту, которая нам нужна. И угу, все. Угу. Это вся наша будет летняя обрезка. А скажи, а макушечку можно прищипнуть? Можно, если ты не хочешь, чтобы он был очень высок. Да, не хочу. Как у сирени, так же делаешь. Обрезаешь. Прекрасно. Ну, не полностью. То есть это не повредит цветению? Мы нет, не отстригаем? Здесь будет пазу. Ну, если, ага. Ты не, если так обрежешь, то ага. Как бы... Ну, то есть все-таки макушечку мы обрезаем не как у сирени, аж на 2/3. А... В зависимости от сорта. Есть сорта чубушника, которые цветут на всей ветви. Вот. Вот это он как раз, да. Да, вот. Поэтому можно здесь и напополам. То есть венечный чебушник можно резать, не боясь потерять все цветение. Да, и покороче. Если он... Да. Покороче. То есть на ту высоту, которая тебе нужна. Фонтан нам нужно немножко подсократить, хотя бы до следующего года, чтобы это можно было. Ну, чтобы можно было между ходить. Крыльцом дома и кустом иногда да проходить. Ходить, да, нам надо секатор где секатор? Храповый. Давай, нет, это нормальный. У меня уже все смешалось. Я уже с трудом отличаю секатор от пилы. Вот. И мы берем ветку и ее укорачиваем. Вот как на сирене это было, до зеленого побега, который мы все поломали. Ага. Вот ветка наша. Вот она цвела в этом году, вот она цвела, цвела и цвела. И успела дать новые побеги. Я за него держу. Да, прям так неаккуратно. И мы укорачиваем. Да. До побега, до этого. Оставляем молодое, срезаем цветущее. Да, это мы убираем вообще. И ветка у нас уходит наверх сразу, видите? Ага. Все. Ну, ей стало легче, она... Ушла наверх, да. И вот таким образом мы теперь аккуратненько подправляем, чтобы у Андрея был красивый фонтан. А, ну и что, я хочу сейчас
продемонстрировать ту работу, которую сейчас я провел при чутком руководстве Лады Кулыгиной, профессионального садовника. Никогда бы в жизни не получилось у меня это сделать по книжкам или по роликам. Я вам скажу, если кто захочет повторить, будьте готовы, что удача не постигнет вас с первого раза. Тут нужна тренировка, тренировка, еще раз тренировка, потому что, ну вот, эту запутанную историю, это пострашнее, чем Рапунцель распутать. Если бы не Лада, я бы не сообразил, какие ветки нужно. Ну, результаты, тем не менее, я думал, будет пугающим. Оказалось, что все очень красиво. Куст стал выглядеть гораздо аккуратней. Видна форма фонтана. Он внутри вот весь просвечивает. Выглядит совершенно шикарно. И сейчас я понимаю, Лада, нам нужно еще навести какой-то лоск дополнительный. Да. Сейчас мы сделали санитарную чистку, убрали. И теперь нам нужно окончательно определить, какие ветви мы оставим, какие уберем. Ну, для первого раза это было и так хорошо. Вот. Но мы сейчас немножко еще почистим и придадим окончательную форму, то есть облегчим ветки, чтобы они приподнялись наверх. Да? То есть мы еще какие-то кончики, да, будем убирать? Концы, да, подстрижем. То есть вот эти вот веточки, которые вот висящие, да, вот так? Укоротим, да. Да, то есть у нас будет прям вот фонтан настоящий. Фонтан будет, да, хороший. Чтобы у него была в следующем году возможность куда свеситься и где цвести. Прекрасно. Вот. То есть мы сейчас еще раз пройдем и посмотрим, что мы оставим, а что уберем дополнительно. И укоротим кончики веток. Все? Да, поехали. Да. Вот ветка. Что мы делаем? Мы убираем вот эту нижнюю корявую часть. И она сразу поднимается выше. Ага. Здесь вот это мы тоже убираем. И сокращаем немножко. Укорачиваем. Убираем развилку, как на сирене. Убрали. Вот у нас здесь остались как раз молодые побеги, как на сирене, на которых еще будут цветочки. Ну, то есть вот берем просто каждую ветку и ее класс. То есть мы оставляем, то есть он получается вот те ветки, которые стараются расти вверх. Да. Это вот, вот когда я говорила, что мы всегда плодовые обрезаем на нижнюю почку. Ага. Таким а тут образом, обратная история. Да. Вот никогда в обрезке не работает. У нас всегда есть случаи, когда мы делаем наоборот. То есть у чубушника мы должны наоборот ветви всегда поднимать выше. То есть мы обрезаем у него на верхнюю почку, на верхнюю, на ту, которая стремится вверх. Давай уберем вот эту. Вот она, смотрите. Подожди. Вот на ней были сформированы, в один год несколько побегов пошли. Видите, если мы их не укоротили, то они получились такие длинные, голенастые, да, которые нам не нужны. У него очень много здесь молодых побегов, а так как мы хотим, чтобы куст у нас держался и был фонтаном, и где-то недалеко, то мы их, как у сирени, обрезаем развилки. Вот. Последний этап обрезки. То есть, в принципе, на этом месте можно испуганного хозяина вызывать из дома и говорить: можно. Шеф готов, несите деньги. Да, все сделано. Деньги вперед. Принимай работу, хозяин. И тут вы как раз видите два кустика, тут которые мне предстоит уже обрезать самостоятельно. Лада мне оставила домашнюю работу. Я приеду и проверю. Хорошо, я согласен. И поставишь оценку по пятибалльной системе. Да, вот у нас куст курильщика. Да, куст курильщика практически такой же, и вот куст обрезанный. Разницу, я думаю, вот на видео достаточно видна. До и после. То есть мы видим изящную форму. Мы изящную. В следующем году можно еще подсократить, потому что вырастут новые побеги, и уже задать такую форму прям идеальную. Вот. В общем, да. Я так думал, что на следующий год я буду отдыхать. Ну ладно, хорошо. Нет. Да, отдыхать. Только зелененькие надо будет прищипывать побеги. Вот они, мы их оставили, прекрасные побеги, которые в следующем году дадут нам хорошие ветки, правильные.
Ну, отлично. Все. Дорогие зрители, все. Мы заканчиваем наш длинный ролик. Практически было все в прямом, в живом эфире. То есть мы сняли целиком обрезку куста, как вы хотели, от и до. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вы чему-то научились. Если у вас остались вопросы, обязательно пишите их под роликом. Если у Лады найдется время, то она вам обязательно ответит. А если не найдется, я ей позвоню, спрошу и дам вам ответ. Спасибо, что вы были на канале Европлант Лайф. С вами была Лада Кулыгина. Садовник руки-ножницы и ведущий канала Андрей Смирнов. Всего доброго. Отлично, мы молодцы.